В данный момент сейчас отсутствует одна из фаз. На тепловизоре видно, что крайне левая гораздо меньше нагревается. Ну, допустим, наводим на вот эта фаза у нас нагрелась 28, это 30. То же самое здесь видно. Эти гораздо сильнее. Сейчас будем менять автомат. Ну, как без комментариев, кто знает, о чем речь, он, в принципе, поймет. Я снимаю сейчас с камеры, в принципе, поменяли, потому что здесь сверху приходит напряжение, и поэтому пришлось работать диэлектрических. Вот, поэтому на живую пришлось. Посмотрите. У нас есть шкаф и конвенционная печь. Это вот эти два автомата, грубо говоря. Конвенционная трехфазка. Сейчас я покажу, что имеется в виду. Вот это конвенционка и, грубо говоря, вот это подовая. Это две основные нагрузки. И если посмотреть, так вот, два. Вот здесь три нагрузки равномерно, а здесь, сейчас увидите на тепловизоре, почему-то одна не под нагрузкой. Надо будет смотреть. То есть, что видим мы? Вот здесь у нас три фазы, они нагружаются, а вот здесь две только фазы, а одна нет. И это с подовой, то есть, грубо говоря, надо посмотреть, возможно, там одна фаза отгорела и нет равномерного нагрева. Точно так же снизу видно три кабеля от конвенционки, все четко работает, а здесь у нас только два. Ну и, собственно, идет перекос по фазам, то есть неравномерно работает все три фазы. Там как 15-20% должно быть отклонений.